Ее подружка тоже говорила, что хорошая от Vivienne, но я ее не пробовала, но слышала про эту тушь. Так, наносим, наносим, наносим тушь. Все равно какая-то бледная, болеющая. Не нравится себе. Так, косметику я смываю. Вот у меня такой Cetaphil гель, лосьон очищающий. Видите, просто он заклеенный после дома 2 еще. То, что нам рекламу все заклеивали. Ну вот он такой, видите, Cetaphil. Очищающий лосьон для чувствительной кожи. Вот им я смываю косметику. Так, мой топовый, мой самый любимый бальзам для губ. Так. Масло сейчас все рекламируют, но пока не решаюсь брать. Глаза можно, рекомендую, вот честно. Но лично у меня от Kiehl's, да, и я смело рекомендую. Вот реально очень хорошее масло. Мне нравится смывать масло, маслом косметику, реально. Поэтому попробуйте, не бойтесь, вам понравится. Так. Так, вот волосы у меня в таком состоянии. Ну, смотрите, я нанесла сегодня маску, я делала для волос от L'Oréal. Сейчас покажу, какую. После этого я нанесла... Тут у меня волосы, конечно. Так, сейчас вам покажу. Почему жалеешь, что расстались? Нет, не жалею. Скучаю, конечно, но не я была девочкой-инициатором. Останавливайся скорее, возвращайся на проект. Так всегда было приятно за тобой наблюдать. Всегда улыбалась и добрая была ко всем. Спасибо. Вот, и после этого я нанесла вот такую штуку из Энеля для кончиков, чтобы кончики не секлись. И как видите, волосы, в принципе, в хорошем состоянии. Спасибо за совет, мои холосты. Так, дальше. Красим губы. Такой блеск. Так вот. Так. И еще я, наверное, нанесу. Вот такая штучка у меня есть от MAC, которая маскирует многие недостатки. Так вот, синячки хочу убрать немножко.
Видите, сразу, когда синячок убираешь, нет, я не жалею, что мы расстались. Не жалею. Скучаю, конечно, да, грустно, да, обидно, да. Но я понимаю, что мы очень разные. И все. Когда люди разные, нет будущего, понимаете, вот и все. Там хоть жалей, хоть не жалей. Поэтому надеюсь, что у него все будет хорошо. Он найдет луну своего сердца. Мне Ольга Васильевна писала после того эфира, типа, может, мы расстались с Сашей, не надо о нем говорить плохо, не надо нас высмеивать. Я думаю, блин, я вообще как бы не высмеивала ни Ольгу Васильевну. А самое, что меня обидело, что Ольга Васильевна сказала о том, что я плохо говорила про Роберта Михайловича, которого я просто вообще уважаю, это папа Саша. Я в него так влюбилась, он такой человек хороший, потрясающий. Я просто, ну, я просто Сашиного папу сказать, что я уважаю, это не сказать ничего. И она говорит, вот ты говоришь про Роберта Михайловича плохо. Я думаю, блин, в смысле, где я хоть раз сказала? Чтобы вы понимали, я Сашиного папу очень уважаю, очень. Такой человек, вообще с большой буквы, настоящий мужчина, очень хороший у Саши папа, прям реально. Как ты относишься к Украине? Люблю Украину. Привет, спасибо большое за подарки. Видеть? Да, моя хорошая, я очень рада, что ты получила подарочек. И сейчас еще румян добавлю, потому что мне кажется, что я немножко все равно бледная. Какая-то я бледная. Как я ухаживаю? Ой, у меня очень много всего. Так, румянца делаем с улыбкой. Ну все, теперь я выгляжу хорошо. Так, волосы сейчас еще раз расчешу и покажу вам. В общем, я не дома в Москве. В такой шампунь L'Oréal эксперт для окрашенных волос. Вот такая маска питательная для волос. У меня такая с собой всегда, я ее беру. После этого я нанесла вот такое средство. Я читаю на английском, сразу вам перевожу, потому что написано «This product contains all the benefits of shea butter, vitamins, amino acids, keratin and protein that protect hair and keep it well». В общем, этот спрей очень крутой. И его, кстати, можно использовать для тела, также тут написано, только сейчас узнала. У меня завис. Сейчас меня видно, слышно, скажите, мои хорошие. Это, видимо, из-за интернета.